Немецкая такса. Можно ли быть малорослым, 30 сантиметров, а то и ниже, смотреть на мир снизу вверх и быть совершенно уверенным в собственном превосходстве? Можно ли быть высокомерным, обладать манией величия и в то же время подкупающим обаянием? Как ни странно, можно. По крайней мере, они это умеют. Немецкая такса – одна из самых любопытных собачьих пород, созданных природой и человеком. Это гном на четырех лапах или гончая в кривом зеркале лунопарка. Одно несомненно – при виде этой собаки никто не в силах сдержать улыбку. Однако она не чувствует себя клоуном. Такса так твердо выступает на своих коротеньких лапках, как будто весь мир принадлежит ей. Во взгляде уверенность существа, которое знает, чего хочет. И считает малый рост не уродством, а, напротив, огромным достоинством. Такса права, не будь она коротконогой, не смогла бы так успешно выполнять свою работу. Собака это осознает и гордится собой. Если бы люди учились у такс чувству собственного достоинства, слово «урод» исчезло бы из всех словарей. Похоже на английскую лужайку с аккуратно подстриженной травой? Ничего подобного. Это настоящие джунгли, где спрятаться пару пустяков. Что это, ботинок или неприступная гора? Щенок такса, особенно карликовый или канинхен, кроха в прямом смысле этого слова. Осторожно, не наступите на него. К счастью, таксы крепкие и здоровые собаки. И маленькие случайные неприятности не выбивают их из колеи, не лишают дееспособности. И все-таки отчего таксы такие коротышки? Изначально в этой и подобных породах заложена патологическая деформация. Диафизарная аплазия или хондродистрофия, то есть болезнь, препятствующая развитию костной ткани. У этих черт есть две особенности. Они наследственные и передаются на генетическом уровне, и они вполне совместимы с жизнью. Правда, жизнь – это невысокого полета. Но она никоим образом не грозит здоровью собаки. Не случайно такса считается долгожителем и в преклонном возрасте не теряет своей живости, задора и поистине молодецкой хватки. Очевидно, человек еще в древности понял, что собаки, подверженные такой деформации, неоценимые помощники на охоте. Гончие на длинных лапах совершенно беспомощны, когда лиса, барсук или заяц юркнут в нору. А коротколапая собака преследует жертву до самой спальни. Продуманная селекция закрепила собачьи качества, неподвластные природе. Чтобы увековечить такую конституцию, потребовались многократные планомерные скрещивания между носителями одного и того же дефекта. Случайности в таком деле недопустимы. Не исключено, что охотничьи качества такс были открыты одновременно в разных частях света. Поэтому едва ли можно установить, кто является прародителем такс. Однако довольно известна недавняя их история, начавшаяся в Германии, а точнее в Баварии. Там появились первые заводчики, и порода, выведенная в средние века, приобрела огромное количество поклонников. Но в конце 19 века лучших собак уже выводили в Англии, где возник настоящий бум такс, как охотничий, так и комнатный. Правда, звезда их едва не закатилась в годы Первой мировой войны, когда английские карикатуристы пародировали немцев, изображая их в виде такс.
К счастью, в мирное время таксы снова приобрели популярность, и англичане принялись с воодушевлением их разводить. Существует три разновидности такс. Стандартная, карликовая и канинхен. Кроме того, таксы делятся на короткошерстных, длинношерстных и жесткошерстных. Родоначальником всех разновидностей является стандартная короткошерстная такса, по-немецки «текель курцхар». Жесткошерстная «текель стихельхар» была выведена в 18 веке путем скрещивания таксы с жесткошерстным терьером и карликовым шнауцером. А длинношерстная «текель лангхар» произошла от спаривания немецкого спаниеля, отличного охотника и пловца, с великолепной, но несколько вялой комнатной таксой. Вливание такой крови длинношерстной такси сказалось и на характере. Мало того, что длинная шерсть мешает передвигаться в норе, так и нрав у длинношерстной гораздо более мирный, в отличие от сородичей, которым бы только выследить и затравить. Поэтому длинношерстные таксы скорее салонные собаки, нежели охотники. Говоря о размерах, заметим, что карликовая такса явилась результатом неоднократных скрещиваний среди мелкого стандарта, а канинхен, что по-немецки означает «собака-крольчатница», ибо они с легкостью проникают в норы диких кроликов, появилась после скрещивания таксы со цверкпинчером. От него она получила более короткую морду, круглые глаза и шишковатый лоб. Карликовая такса и канинхен тоже не отличаются агрессивностью от стандартной таксы и по большей части являются комнатными собаками. Стандартная такса единственная еще поддерживает свою профессиональную репутацию. Только от нее на конкурсах красоты требуется демонстрация деловых качеств. Размер таксы определяется не высотой в холке, как у других пород, а окружностью груди. Для карликов максимум 35 сантиметров, для канинхен 30 сантиметров. Выше 35 сантиметров уже стандартный размер. Международная кинологическая федерация допускает случку собак только одного размера и типа шерсти. Однако дети не всегда копируют размер своих родителей. Чтобы получить родословную, такси в 12 месяцев надо измерить окружность груди. Этим занимается специальный человек в клубе. Короткая шерсть должна быть густой, блестящей и хорошо облегать туловище. Допустимые цвета – черный с подпалинами и рыжий, темный или светлый. Длинная шерсть должна быть мягкой, гладкой и шелковистой. Под шеей она бывает волнистая, а в нижней части, под брюшком, за ушами и на лапах, только прямая. Хвост иногда имеет форму кисточки. Допустимые цвета те же, что и у короткошерстных такс. У жесткошерстных шерсть густая, колючая, с подшерстком. Еще необходима так называемая защита – борода, усы и кустистые брови. Кисточек на хвосте и на макушке быть не должно. Допустимые цвета – черный и шоколадный с подпалинами – самые распространенные для этой разновидности. У черных такс подпалины должны быть с обеих сторон морды, над глазами, под нижней губой, в ушных раковинах, на груди, с внутренней стороны лап, на стопах и в хвостовой зоне примерно до середины хвоста. Такса мужественная собака, она всегда встречает врага, порой превосходящего ее по размеру, лицом к лицу. Даже миролюбивая длинношерстная канинхен все равно остается таксой. Нрав у нее менее строптивый, чем у остальных. Однако все равно не без перца.
Не рассчитывайте, что ваша такса будет спокойно возлежать на диване. Пролежит она в лучшем случае 5 минут, если, конечно, нет ничего интересного по телевизору. Такса – это вечный двигатель. Она прыгает, бегает взад-вперед и достигает неимоверных для такой коротышки скоростей. Она везде пролезет, остановить ее совершенно невозможно. И будет методично с наслаждением уничтожать все, что сочтет своей добычей. Подвижность и агрессивность – врожденные качества этой породы, и их нельзя считать недостатками. Иначе такса не смогла бы вступать в поединок с диким зверем, готовым драться до последней капли крови. Это, увы, означает, что такса не слишком жалует других животных. Она дружит только с таксами. И то, по большей части, противоположного пола. Иногда такса может сойтись с другими породами, если знает их со щенячьего возраста. В противном случае непременно затеет ссору. Только встретив настоящего гиганта с непривычным запахом, она, может быть, не зайдет до компромисса и обменяется с ним верительными грамотами. Но так, чтобы всегда занимать главенствующее положение. Короче говоря, никогда не заводите таксу за ее малый рост. В этом случае вы пожалеете, что не приобрели сен-бернара или дога. Такса – прирожденный охотник, и таковым должна оставаться. Разумеется, вы вправе не любить охоту, но нельзя в угоду себе идти наперекор природным склонностям собаки. Необходимо найти компромиссное решение. Почаще вывозите таксу на природу, давайте ей побегать, понюхать след дичи. Тогда вы обойдетесь без смертоубийства, но не лишите таксу ее охотничьей хватки и сохраните особенность породы. Дома тоже надо дать ей возможность выследить, затравить и даже загрызть добычу, лишь бы добыча эта не мяукала. У такс с кошками отношения складываются непросто, поскольку такса, особенно щенок, на вкус кошки слишком подвижна, а кошка представляется таксе идеальной дичью. Но долгое знакомство может привести к пакту о ненападении, особенно у карликовых и конинхин. Характер у таксы бойцовский, и воля сильнее, чем у большинства двуногих. Если она чего-то не хочет, к примеру, ходить на поводке, то будет сопротивляться до последнего. И наоборот, если чего-либо захотела, то будет упорно добиваться своей цели и пойдет на все для этого. Таксы очень хорошо умеют вымаливать глазами, устоять перед ее взглядом практически невозможно. Но чаще она действует силовыми методами, а порой практикуют грабежи со взломом. Излишне напоминать, что подобные выходки надо обуздывать и направлять сильной рукой. Но не прибегайте к насилию. Такса признает и даже ценит твердость характера, но не терпит насилия. Властная такса отвечает на применение силы и тем же способом. Тогда как более податливые существа оказывают пассивное сопротивление, не реагируют на призывы, отказываются играть, скулят целыми днями. Но еще хуже, когда хозяин во всем ей потакает. Если предоставить таксе полную свободу, она быстро войдет в роль вожака стаи. И дом у вас поселится маленький деспот, у которого все ходят по струнке. Вы, вероятно, уже поняли, что у таксы непростой характер. Идеальным хозяином для нее станет опытный человек, хорошо понимающий собачью психологию. Впрочем, такса может ужиться и с начинающим собачником. Главное подойти к такому выбору ответственно и не опираться только на внешний вид. У такс, как и у некоторых других пород, например, мелких терьеров, есть одна особенность. Они выдают себя не за тех, кем являются. Игрушечная внешность нередко вводит хозяев в заблуждение. К примеру, пожилой человек, домосед, приобретает комнатную собачку и думает, что такса ему как раз подойдет. Ничего подобного. Такса без физических упражнений жиреет, и это плохо сказывается на ее здоровье. Она становится истеричной, кусачей,
Запас накопленной энергии оборачивается стрессом. Другой типичный пример – семья, где есть маленькие дети, еще не отличающие живую собаку от плюшевой игрушки, которую можно трепать сколько угодно. Такие семьи также часто заводят такс, полагая, что они подходят по размеру двуногим щенкам. Но учтите, такса не станет терпеть безответно. Эти собаки хороши только для спокойных, воспитанных детей. В противном случае они покажут далеко не игрушечные зубы. Только не подумайте, что мы недолюбливаем таксу, потому и описываем ее как маленькую чуму. Не будем обольщаться, она такая и есть. Но надо отметить, что это очаровательная, забавная и очень умная чума. Такса только кажется упрямой и независимой. На самом деле, хозяина она обожает и несется к двери, едва заслышит его шаги. Сварливая по отношению к другим собакам, такса очень нежна и терпелива со щенками, даже если подчас они доводят ее до белого коленя. Одним словом, такса многоликое животное. За минуту она превращается из доктора Джекиля в мистера Хайда и наоборот. Тем, кто ее любит, такса мила в любом обличии, но чтобы любить, надо хорошо ее знать. Прежде чем покупать таксу, надо хорошенько разузнать о ее характере и потребностях, чтобы установить с ней добрые, доверительные отношения. Для этого обратитесь к специалисту в клубе, который досконально изучил эту породу. Хороший заводчик меньше всего думает о материальной выгоде. Он разводит такс, потому что любит их всем сердцем. К щенкам он относится как к своим маленьким шедеврам. И потому тщательно подбирает им хозяев, отдает только в хорошие руки. Подытожив все сказанное, напомним, заводите таксу, если вы активный, легкий на подъем человек с хорошим чувством юмора. Если вам нужен охотник, сильная личность, четвероногий член семьи, с которым все можно обсудить и который не станет сдерживать ни положительных, ни отрицательных эмоций. Заводите таксу, если вы любитель долгих прогулок. Она хоть и маленькая, но выносливая. Хотя в этом случае стандартные и карликовые таксы предпочтительнее канинхен. Если же ваш идеал – собака, которую не видно и не слышно, забудьте о таксе. Таксу видно и слышно всегда. Энергии в ней хватит на двоих. Не берите жесткошерстную, если вам лень ухаживать за шерстью. На этот случай вам подойдет короткошерстная. Ее туалет занимает всего несколько минут в день. Сборник информации по любой породе собак называется стандартом. По стандарту, такса – коротконогая собака с длинным поджарым туловищем и крепкой мускулатурой. У нее гордо посаженная голова и умнейшие глаза. Несмотря на диспропорцию тела и конечностей, такса никогда не выглядит неповоротливой. Она не скована в движениях и не склонна умильно вилять хвостом. В стоячем положении собаки надо учитывать прежде всего два размера. Высоту от земли и длину. Такса пропорциональна, если 1/3 ее длины равна расстоянию от оконечности грудины до земли. А 2/3 равны расстоянию между холкой и крайней точкой груди. Длина таксы должна гармонировать с ее ростом. У слишком длинной собаки неправильное строение позвоночника, а слишком короткое больше напоминает терьера. Голова у таксы вытянута. Если смотреть на нее сверху в профиль, она плавно сужается к носу. Форма головы четкая, правильная. Слегка выпуклые очертания черепа гармонично переходят в линию носа, преграды почти нет. Чем она меньше, тем лучше.
Нос у таксы тонкий и с небольшой горбинкой. Надбровные дуги очень выпуклые. Губы вытянуты и хорошо прикрывающие нижнюю челюсть. Сильные широкие челюсти сходятся прямо под глазами. Зубы могут смыкаться и ножницами, и клещами. Ноздри у таксы широкие, раздутые. Глаза средней величины и овальной формы широко расставлены. Выражение решительное и одновременно дружелюбное. Глаза почти всегда темно-карие, почти черные, с искорками в цвет шерсти. Уши высоко посажены, но не слишком выдвинуты вперед. Широкие, но не очень длинные. Округлые кончики ушей не должны быть ни заостренными, ни чересчур плоскими. Они очень подвижны, внешний их контур плавно переходит в линию щеки. Шея у таксы довольно длинная, мускулистая и стройная, без всяких выпуклостей и наростов. Она слегка изогнута у затылка и обеспечивает гордую посадку головы. Длинные покатые плечи гармонируют с хорошо развитым торсом. Плечевые мышцы сильные и пластичные. Плечевая кость по длине равна лопатке и образует с ней прямой угол. Сильное мускулистое плечо, свободное и плотно прилегает к ребрам, не сковывая движений. Предплечье короткое, слегка изогнутое внутрь. Расстояние между грудинными суставами чуть меньше, чем между плечевыми. Сбоку пясть не должна выглядеть ни чересчур прямой, ни чересчур наклонной. Стопа компактная, с кривыми пальцами и крепкой подошвой. Холка у таксы высокая и длинная. Она гармонично вписана в спинной хребет с небольшим изгибом на уровне почек. По бокам от мощного грудинного выступа образуются две впадины. Спереди форма грудной клетки овальная, а сверху и в профиль широкая, дающая большой простор сердцу и легким. Обширная грудь таксы плавно переходит в линию живота, а живот слегка подтянут. Круп длинный, широкий, округлый и мускулистый. Бедренная кость крепкая, хорошей длины и сочленена с тазовой под прямым углом. Линия бедра сильно скругленная, коленный сустав широкий и крепкий. Большая берцовая кость расположена под прямым углом к бедренной. Мышцы лап очень сильные. Кости предплюсны имеют широкое сочленение с сильно выступающей пяткой. Длинная плюсна расположена против направления лапы. Пальцы на задних лапах весьма компактны. Такса должна при ходьбе опираться на всю подушечку, а не только на пальцы. Задние конечности должны располагаться строго вертикально. Хвост составляет прямую, без изгибов, линию со спинным хребтом. Как уже было сказано, такса крепкая, выносливая, здоровая собака. Но и у нее есть своя ахиллесова пята. Вернее, даже две, и знать их необходимо. Первый недостаток касается в основном короткошерстных такс. Они не выносят холода и перепадов температуры. Они подвержены простуде, поэтому, выводя собаку зимой, надевайте ей комбинезон. Вторая ахиллесова пята – это слабый спинной хребет, что вызвано особым телосложением таксы. Длинная спина и короткие лапы свидетельствуют о большой нагрузке на позвоночник. Если такса еще и упитанная, нагрузка увеличивается вдвое. Ни в коем случае не раскармливайте собаку. Это наносит вред печени у всех пород собак. А у жирных такс увеличивается риск паралича, травм позвоночника и мениска. Если вы заметили типичную для этой породы склонность к ожирению, срочно увеличьте количество физических упражнений и уменьшите рацион, невзирая на отчаянные мольбы и слезы.
Если не можете устоять перед ними, посоветуйте с ветеринаром насчет диетического питания. Ваша собака будет поглощать меньшее количество калорий без уменьшения рациона, а вы избавитесь от чувства вины. Лучшим физическим упражнением для такса является свободный бег на природе. Но и прогулки на поводке по городу, безусловно, приносят пользу. Однако надо избегать прыжков по креслам и диванам, а также долгой беготни по лестницам. Эти движения травмируют позвоночник. Короткошерстных и длинношерстных такс надо просто расчесывать. А жесткошерстные требуют триминга. Иначе ваша собака обрастет шерстью, как снежный человек. Триминг состоит в выщипывании лишней шерсти пальцами или специальной бритвой с гребешком. Триминг буквально преобразит вашего друга, облагородит его. Собака почувствует легкость, ведь лишняя шерсть вызывает чесотку. Триминг надо делать, когда шерстяной покров уже сформировался. И не забудьте, что триминговать надо по меньшей мере за месяц до выставки. Маленькая или совсем крохотная, гладкая или шерстистая, очень живая и подвижная такса оставит вечный след в вашем сердце. У некоторых, потому что они не смогут забыть связанные с нею потрясения, но у большинства от того, что такса открыла им поистине новый мир. Мир гордого достоинства, мягкого юмора, храбрости, любви. Мир гномов и эльфов. Мир довольно суетный и странный, но тем не менее волшебный, нереальный, который мы утратили вместе со сказками.